В принципе, вот в последнее время стали появляться всякие сплетни обо мне. Вот. Но я говорю, что я всегда переживаю только за родителей. На это я уже научилась не обращать внимания, а вот родителей жалко, потому что они всему верят. И, безусловно, ко мне есть какое-то вот предвзятое отношение уже изначально. Вот, видя меня, стоит мне только что-то сказать не так, посмотреть, сделать, это уже будет восприниматься совершенно в противоположной форме, нежели вот тут от простого человека. Ну, к эротике я отношусь положительно вообще. А родители относятся ко всему очень спокойно, потому что они рады за меня, они рады тому, что я занимаюсь тем, чем я хотела заниматься всю жизнь. Вот. И я не думаю, что им будет неприятно видеть меня там в каком. Конечно, им некоторые наряды не нравятся, но я что-то не стараюсь угождать всем. Всем не угодишь. Моя мама крестная, которая меня крестила, она рассказывала, что когда я была в церкви, и меня держал батюшка на руках, там запел хор, и я стала выпевать песни. Все дети плакали, а я пела, ну, напевала. Он меня покрестил и сказал: молодец, детка, будешь певицей. Моя гример, она, в принципе, моя подруга, это не просто мой гример, она, когда первое время, когда мы с ней работали, она, в принципе, была во всех ситуациях, в которых я вот принимала участие, в концертах, там, переезды, отъезды, уезды, ночные съемки какие-то. Она через пару дней сказала, говорит: господи, ты же, говорит, не человек, ты лошадь. Нормальный человек это не может выдержать. Я не знаю вообще. Очень сложно. Конечно, хотелось бы, чтобы тебя любили. Наверное, меня кто-то и любит. То есть даже не наверное, меня кто-то любит. Меня любит мой муж. Меня любит мой ребенок. И слава Богу.